План по ликвидации ветхого жилья, разработанный в Актау, намерены взять на вооружение соседей из России, а также представители ЖКХ из Китая, Румынии и Турции. Механизм основан на государственно-частном партнерстве. Инвесторы строят квартиры не только для жильцов аварийных домов, но и для свободной продажи. Программа экономит миллиарды бюджетных средств, что делает ее интересной для применения в других странах. В рамках конференции и 23-й сессии Международной ассамблеи столицы крупных городов состоялось подписание соглашения об установлении побратимских связей с городом Элистан, Республика Калмыкия. Обсуждались вопросы, как организовать работу КСК, внедрение информационных технологий в управление городским хозяйством. И здесь мы тоже можем предложить проект программы «Е-регион», мобильное управление ЖКХ, который внедрен в городе Актау. И сейчас работает, оптимизирует управление городом. Есть и другие инновационные технологии, которые позволяют управлять эффективно городским хозяйством. Вот этот вот обмен опытом, вот эти примеры, которые, конечно, мне очень интересно посмотреть, как это происходит здесь, потому что я знаю, что передовые внедряются сегодня в Казахстане, самые передовые технологии и в строительстве, и в ЖКХ. Вот цель этой конференции и, скажем так, польза этой конференции именно в этом заключается, когда мы можем вот поговорить друг с другом, обменяться опытом, ну и, может быть, подсказать друг другу какие-то решения.